Отмечается подъем заболеваемости ковидом последние несколько недель. Вирус мутирует, появляются новые штаммы, которые быстрее распространяются, чаще вызывают тяжелые осложнения даже у переболевших ранее пациентов. Преимущество вакцинации заключается в том, что иммунитет после прививки формируется более сильный, чем после болезни. Вакцинированные от COVID-19 переносят заболевания значительно легче. В большинстве случаев не требуется госпитализация. К минимуму сводится возникновение осложнений при заболевании. Риск смерти у привитых минимален. Вакцинация и ревакцинация позволяют нам сдержать развитие заболеваемости и помочь тем пациентам, которые в настоящее время не могут быть привиты. Это онкобольные, пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Абсолютными противопоказаниями являются тяжелые осложнения после вакцинации, непереносимость одного из компонентов и наличие в анамнезе тяжелых осложнений в виде шока на прививку. Относительными противопоказаниями, то есть противопоказаниями, которые требуют отсрочки от прививки, являются хронические заболевания в стадии обострения, онкопатология, если пациент получает химиотерапию, и некоторые состояния, такие как беременность, кормление грудью, имеют противопоказания для некоторых прививок.